Здравствуйте. Здравствуйте. Приятного аппетита. Дубосары – детский сад «Радуга». Работает комиссия. Проверяет, как в группах сделали ремонт. 10 дней тут шли работы. Все белили, красили, мыли и чистили. Обновили линолеумы в умывальных комнатах. Провели косметический ремонт, также капитальный ремонт в некоторых умывальных комнатах. Огромное подспорье и помощь нам оказывали родители и родительский комитет. Замену кровли сделали и пола в некоторых беседках уличных, в чем нам помогали родители. Они помогли нам и в окрашивании инвентаря, и в окрашивании предметов на территории детского сада. Освещение тоже частично было заменено. Обновлена посуда в некоторых групповых комнатах. Ну, в принципе, подготовились. А это детский сад «Золотой петушок» в микрорайоне Лунга. Здесь еще в прошлом году заменили кровлю, замостили двор тротуарной плиткой. Все за счет фонда капвложений. В этом году работы продолжили. Теперь тут новая электропроводка, канализация, водопровод. Отремонтировали и пищеблок. Был проведен капитальный ремонт пищеблока. Специалистами были заменены все инженерные коммуникации, заменены двери установленные и на пищеблоке, и в подсобных помещениях. Уложена плитка стеновая и половая. Приобретено технологическое оборудование, посуда. Также был сделан капитальный ремонт на лестничных маршах. Отремонтировали потолок, стены, сделали декоративную роспись на стенах. В Дубосарском районе 18 детских садов и 16 школ. Комиссия проверила все. Были собраны дополнительно заявки после окончания, после 25 мая учебного года, заявки на приобретение стройматериалов для ремонта всех образовательных учреждений. Все заявки были выполнены в полном объеме и произведен в каких-то образовательных учреждениях частично капитальный, частично косметический ремонт. Хочу сказать, что классы светлые, теплые, оборудованные. Недостатки тоже были. Где-то в группах и кабинетах плохое освещение. Где-то были вопросы к вентиляции и уголкам противопожарной безопасности. До начала учебного года осталось 12 дней. На устранение недостатков – неделя.